Здравствуйте, мои дорогие. Продолжаются дачные работы. Ну, сегодня я хочу сказать, у меня задымилась печка. И мы сделали, значит, такое, чтобы нужно чистить трубу. И чтобы легче было чистить трубу, мы сделали, сейчас я покажу как. Потому что каждый год снимать эту трубу нереально. Поэтому мы сделали... Вот у меня торчит так труба, буква Г. Сейчас я попробую залезть сюда. Это у меня сзади дома. Ой. Оп, 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 оп. Оп. Вот. Трубу надо чистить, потому что пожары начинаются в первую очередь, когда засоренная труба. И говорят, сажа, когда начинает гореть, там 800 градусов. В общем, вот сделали мы такой подстаканник. Видите, вот труба идет вот так и сверху. И вот мы сделали подстаканник. Сейчас я ближе подойду. Ой. Вот, видите, мы здесь вырезали дырку, сделали эту, какую, нарезали резьбу. И теперь вот здесь вставляем вот такую штуку. Раскручиваем. Когда раскрутили, это снимается. И у нас специально приспособление, вот это вот, видите, длинное, ёршик такой. И до конца трубы аж вон, достает и чистится так трубу, а сюда осыпается сажа. Когда сажа сюда осыпется, закрыли назад, и все, труба чистая. Сюда у нас такой изогнутый. Чистила как-то, где, вот она тоже сюда проходит и высыпается в печь, то есть из печи. Это и так удобнее, чем, представляете, труба сколько, наверное, метра три, ее сначала хотели срезать, потом почистить, потом опять наварить, но это ж вообще мазафаза. Поэтому вот так мы сделали, чтобы каждый год прочищать ее. Ну, я думаю, мало ли кому-то пригодится. В общем, вот такая у меня была проблемка. Ну, это не моя идея, это я подсмотрела тоже в интернете. Вот, так что может и вам пригодится. Ой, на улице жара, здесь так хорошо. Пугает меня уже это. Четвертый день, наверное, стоит жара. 26, 27, 28 градусов. Вот. У меня продолжается борьба с сорняками. Я уже, наверное, раз четвертый спахала, все подсыхает, чищу от сорняков. Никак мне их не счистить. Сейчас дети приехали. Что-то там шашлык хотят сделать или что. Помогли мне освободить веранду, потому что там начнутся полы стелить со вторника. Так, вот здесь на гриле будем делать овощи, да, будем делать на гриле. Вот. И сосиски. Посмотрим, как получится. Баварские сосисочки. Расскажи, как ты делаешь. Как я делаю салатик? А, это салатик? А я думала, это овощи. А что мы из овощей будем, которые на гриле? Кабачки. Кабачки? Да, они сзади. Только кабачки и сосиски баварские, да? И крылышки еще у нас будут. А крылышки на чем? О, я даже не знаю. Эрик будет делать, да? Ага. Ясно. Фу, вот дети приехали, привезли еще семечек. Где-то видно, не видно. Ой. Не семечек, а шкарлупки. Да, господи. Теперь их сейчас поразбрасываю в землю, как удобрение. И еще раз спашу. Ничего не поняла. Так, смотрите, в прошлом году некоторые огурцы
я не убирала, вспахала в этом году. И у меня посходили, мне кажется, это огурцы. Вот, смотрите. Вот. Смотрите. Вот. Вот. Это огурцы или нет? Вон еще. О, и вон. Слушайте, может, мне садить огурцы не надо? Ой. Вот это номер. Вот еще. Или это... Ну, у меня кабачков-то здесь не было. Не знаю, что это взошло. Я только сегодня думала... Ну, ладно, буду теперь рыхлить. На этой стороне ничего нету. Странно. Ладно. Вот. Что это мы делаем, скажи? Не знаю. Не знаешь? Короче, баварские сосисочки делаем с кабачками на барбекюшке. У нас такая барбекюшечка. Сынок, а солить не надо их? Не знаю. Не знаешь? Ну, первый раз. Первый раз посмотрим, что у нас получится. Так, баварские эти получились. Салатик. Вот, мы сейчас попробуем, как оно, скажем. Это у нас крылышки, да? Да. Надо? А, уже готовое. Школа ремонта продолжается. Короче, вот это моя веранда. Здесь будут менять пол, потому что пол был не утепленный, просто вот фольгой, сверху линолеум на досках. Будут его вскрывать и утеплять. А здесь все доска. Я думаю, ну, доска это. Купила лак, начала вот красить. Думаю, будет нормально. Посмотрим, как. Потому что, ну, это дача. Пусть мне нравится в дереве. Зато в комнату все занесли. Мебель отсюда. Всю кухню. Тут фиг знает что. Короче, вот так. Когда все сделаем, тогда покажу. А сейчас продолжает школа ремонта. Сказать, думала лак, он везде лак бесцветный. Оказывается, взяла какая-то рябина, не посмотрела. А вторая банка, даже не знаю. Я так прочитала, лак, водно-дисперсионный какой-то акриловый на водяной основе. Думаю, ну пойдет, а он какой-то розовый, видите, и красится. Темнее, конечно, будет. Ну ладно, дача же. Хочу сказать, что как ни странно, но очень хорошо красится. Берется вообще превосходно. Только хорошо нужно размазывать, потому что стены не ровные. Валиком вообще прекрасно. Как-то вот так. Вот так размазывать надо. И все нормально будет. Так, ну как-то вот так получилось. Батарея заканчивается, спешу вам показать, батарея красная. Ну, вроде бы все, мои дорогие. Вроде бы засняла, не знаю. Если понравилось, ставьте пальчики вверх. Не понравилось, извините. Себя показать красиво. Сейчас вся в краске. Вся в краске. Так что всем пока-пока, мои дорогие!